укротили мусорную реформу. Осознанный подход жителей плюс ответственная администрация района и тщательный подрядчик. Как итог, чистые улицы во всех деревнях и селах Яншихово-Нарвашского поселения Янтиковского района. От привычки выбрасывать мусор во враги жители там и вовсе избавились. То, что я проживаю в районе оврагов, часто были случаи, что привозили и туда складывали мусор. Сколько ни ругались, конечно, были случаи. Но сейчас, ввиду того, что установили мусорные контейнеры, такие случаи прекратились, можно сказать, и нет даже единичных случаев. Стабильно 3 раза в неделю в село приезжает этот мусоровоз. На 30 населенных пунктов Янтиковского района 3 машины. За каждый закреплен свой участок. Объем мусора довольно-таки большой. Если сравнить с 2018 годом, за первое полугодие 2018 года мы вывезли 3000 кубометров мусора, то за первое полугодие 2019 года мы вывезли около 14 тысяч тонн. Если в переводе на мусоровозы, на наши машины, это получается порядка 1700 машин. Вывезли больше, чем в прошлом году. Контейнеры есть в каждом селе и деревне. Однако еще не все площадки оборудованы по правилам. Вместо площадок есть определенные критерии, которые мы должны обязательно соблюдать. Будем устанавливать возле дорог, проводили общественные слушания, с народом согласовывали, где будут устанавливаться, где нельзя, где не надо. Вот к компромиссу приходим, решаем. В ближайших планах администрации заасфальтировать 20 специальных площадок. Старые баки заменить на евроконтейнеры. В связи с этим парк мусоровозов планируют дополнить автомобилями нового образца. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.